Минский мотоциклетный и велосипедный завод был основан в 1945 году и начинал свою работу на базе технической документации и разработок германской фирмы DKW, полученных Советским Союзом в процессе репарации. Но уже к концу 50-х годов завод превратился в самое, пожалуй, крупное в СССР предприятие по производству велосипедов с собственным мощным инженерным и конструкторским заделом. Практически все его модели ценились и пользовались большим спросом, но особенно популярным стал велосипед V126 Минск, выпускавшийся заводом с 1964 года по 1968 год. Он изначально по своему техническому паспорту позиционировался как пригодный для эксплуатации на дорогах с любым покрытием от брусчатки и асфальта до обычных утрамбованных грунтов. Весил достаточно много – 16,2 килограмма, поскольку был стальным, что естественно для универсального дорожного велосипеда. Высота конструкции рамы 56 сантиметров, общая база 117,5 сантиметров. Шины стояли большие 28-дюймовые. Руликовая цепь шла через две звезды, переднюю с 46 зубцами и заднюю с 19 зубцами. Широкое седло из толстой кожи амортизировалось двумя стальными пружинами. Велосипед окрашивался цветными эмалями и лаками с художественными орнаментами. На его основные элементы наносили трехслойное гальванопокрытие – медь, никель, хром, что не только надежно защищало от коррозии, но и в целом добавляло красоты всей конструкции. Пожалуй, это была самая эстетически совершенная модель из всех, что вообще выпустил Минский завод. Найти ее сегодня на ходу и в хорошем состоянии считается большой удачей среди ценителей и коллекционеров велосипедов. А у вас был V126 Минск? Катались на нем? Расскажите в комментариях.